Расскажите, пожалуйста, о себе немного и о том, как вы приняли решение приехать в Украину и почему вы до сих пор здесь. Во-первых, меня зовут Лаша Варшаланидзе. Родился и вырос в Грузии, в Батуми. И в 2006 году, когда заканчивал школу в Грузии, решил, куда дальше, решил учиться за границей, в частности в Украине, потому что очень привлекало, что здесь хорошая практика и теория. Потому что многие знакомые, друзья учились, и очень хотелось получить хорошую практику именно в этой сфере. И вот когда уже непосредственно решил и думал, куда идти, собственно говоря, фирма Live and Study помогла мне выбрать и поступил в Крымский государственный медицинский университет. Во время учебы уже понял, что действительно это правда, что здесь очень хорошая практика, очень все легко. Главное, естественно, хотеть учиться и хотеть развиваться как личность и как профессионал. И был очень удивлен еще людьми, потому что я думал, что будет сложно, потому что немножко разный менталитет и у меня на родине, и здесь, но я ошибался, и потом уже понял, настолько это все легко. Переехал в 2006 году, и в данный момент, после окончания университета, я переехал в Киев, работая в частной клинике уже 7-й год. И очень доволен. И уже во время работы официально туда устроили и получил вид на жительство. Хотел, кстати, думал вернуться обратно или поехать дальше, потому что с дипломом, который я получаю здесь, можно в любой стране без проблем устроиться и работать. Но здесь большие перспективы, и уже настолько привык, что я уже не смогу куда-то уехать, потому что здесь очень нравится и привлекает очень люди и жизнь.